пятницу в Самарской области пасмурно, осадки маловероятны, станет еще прохладнее. Температура воздуха в дневное время плюс 9, плюс 11, ночью 4-6 выше 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 5-7 метров в секунду. Сызрани пасмурное небо, днем плюс 11, ночью плюс 4, ветер северо-западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, днем 9, тепла, ночью 6 с плюсом, ветер северо-западный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 9, ночью плюс 4, северный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 40%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.